Как вы на крышу залезли? Опа, смотри, спавни. Магнат дует, спавни. Если бы они еще из воздуха не появлялись. Они за тобой бегут, по-моему, да? Да, за мной бегает один. Опа, он меня вышиб, блин, сразу. А ты где, мы тебя не видим? Я его вижу. Я в 81 метре от вас. А, я вижу, видим, где тут? Радужный тут такой. Я с другой стороны. Он бежит. Все, того я убил. Ты должен нормально сейчас встать. Главное, чтобы волки на тебя не напали и зомби. Да вот, блин, этот... Главное, на меня побежал. По машине осторожно стрелять, уничтожишь что-то. Все. О, Мишка бежит. Я в какую-нибудь сарайку залезу. Перебинтуюсь. Он мне, похоже, опять каску вынес, блин, козёл. А он даже меня не это, хотел сказать. Не тронул. Он меня только вышиб и все. А так они не убивают, они только с ног сбивают. Это волки доедают. Нет, он меня в прошлый раз в магазине убили вообще. Ты на машине там будешь сидеть? Так у меня пушки-то такой нету. Так, я пока схрон поищу. Короче, я без глушителя стреляю. Вот. Подожди. О, на тебя уже волк напал. Ага, бегает. Интересно, на этот звук чарится, нет? Так, где-то медведь еще. Сейчас, подожди. Да, смотри. Это формат, потому что исполнен. Ну да, конечно, сейчас еще стреляйся от них. Один вот прям во входе. Прям вот он. Вот он. Вы
выбежал. Он вышел. У меня лагает здесь. Да не только. Вижу. Все спит. Вот там еще это, по улице посмотрите вверх, в доме Мишка застрял. На крыше я убил. И еще нет, один. Тут еще орет. Мне вот от этой крови, походу, лагает. Да. Крови, когда много, лаговать начинает. Вот здесь. Где-то он ходит. А, вон вижу, на доме вообще где-то залетел. А, во. Пошли резать. Разрешили. У кого место есть, собирайте, у меня нету места. Я пустой, я собираю. Так, я сюда. Там это, медведь бегает с этой стороны. Какой свет? Они исчезают. Когда режешь, они остаются. Волк. Черные медведи пошли. Конечно, еще и ко мне же. Он один сидит. Один что ли был? Пока да. Где один там? Ну конечно, на соседней крыше у вас вон там. Смотрите-ка. 4 штуки лазит. Один. Перед вами посмотрите там. Прибежали, кто еще бежит. Дай смотри. Сзаду нету, вот спереду с вами бегают. Дважды пятеро было? Да нет, просто Савы не видно. Сава же в этом, по-моему, от... Сава же от этого куда-то отходит, отошел. Так, блин, сейчас. Иди сюда, изучай мне эту карту.
То есть я сейчас пока ищу, у меня ёбну, да? Почему ты так решил? Да я смотрю, я просто слышу то, что медведи орут, а никто не стреляет. Здесь лазили, лазили, стреляют, пойдем еще полазим, поищем. Так, а схрон где-то именно в городе, да, не в таксичке? Нет, он где-то в деревне вот в этой, блин. Давайте поищем. Он же сказал там что-то между елочкой и кустиком. Елочка? Смотрите, елочку вместе рядом с, да, с кустиком. Да, подсказка была, я поэтому и ищу сейчас, хожу. Ну хуль ты тут рычишь, блядь, ну иди ты нахуй от меня. Ну, интересно, какая... Нет, там же написал ты то, что в этом Варлешке где-то... Между кустиком и елочкой. Вот я сейчас все елочки тут обхожу. Куст и елочка. Да, рядышком должно быть куст и елочка. Тут в каждом дворе такая тема. Куст и елочка, куст и елочка. Тут еще по кругу, блин, куст и елочка, да? Я уже 3 таких места нашел в одном дворе. А вот кучки не видно. Ну да. Так, кто тут прыгает? О, я сейчас спрячусь и крутую рулетку, посмотрю, что там будет. Сейчас найдем. Поле чудес, блядь. О, поле чудес заработало. Ну еще посмотрим, что мне выпадет. Давай, вытащи еще один золотой печенек. Еще какая-нибудь гили на 150 слотов. Давай еще один. Мне вот больше всего интересно, что падает крутая пушка. Что это значит? Это интригует прям. А, да? Ну ладно. Гриму сегодня выпали часы. Он их найти не может в инвентаре вообще. А. Ты посмотри, по-моему, они вешаются за место этого, блин. Какого? Так не, у его-то вторые часы выпали, у него одни есть. Блять, еще и ночь наступает. Вот. Мне выпал сундук со стройматериалами, короче. О. Это редкость, между прочим. Красная, да, цифра... это редкость. А, нет, стоп, цифра 10, мне часы упали, блядь. Мне часики упали, короче. Не сундук, а часики. Чуть-чуть промелькнуло. А что за часики, блядь? Кроме того, что время показывает. Ну, они стоят, по-моему, там 100 тысяч, что ли. Чё, мясо вот это никто ничего не собирает, что ли? Ну, раз никому не нужно, я подсобираю. Я сразу говорю, у меня полное вообще все. Я не верю, что...
Блин, ну в темноте будет сложнее искать. Наоборот, с ПНВ ништяк можно найти, она у тебя ПНВ появляется. Есть? У меня нету ПНВ. А, тебе дать ПНВ-ху? Я могу свою тебе пока дать. Ну ладно, я так сейчас научу пойду. А он у меня еще спать захотел. Я тут... Так это до сих пор лежит, вот мы с этим. Когда были здесь. Ой, оп. День. Ну не надо. Бегите. А, они игровое время начали показывать, кстати. Если мы включили экрана. Да-да. Да-да, но и не игровое время показывают. Так, я пошел себе ночлег готовить, у меня сна вообще жопа. Мясо. Ох, ебать. Тут такие звуки пошли. Медведи опять спали. Перед полетом медведи бегают. Надо вот от полета стрелять только. Я аккуратно. А кто их там шуганул, они туда побежали? Я в лунке. Пули мои прилетают, они туда бегут. Куда пуля прилетает? Понял, а чё у меня 19 патронов всего в этом в магазине? Чуть-чуть не успел, мне медведь положил. Чё, нашли? Патрон нашли? Мишек, смотри, там новая партия медведей. Ага. У тебя где-то. Вертолёт не стреляйте. А мне еще вертолет сдавать. Мишка, иди, иди, отсюда. Да, 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 туда иди. Формат наспавнил. Откуда у меня два мага... ой, три магазина. Один, два.
отстреливать волков. Около меня, значит. А ты где у нас? Я в этот момент тоже стрелял одного волка. А вы где вообще? Я вас что-то не вижу. Я Армагеддона вижу. Один где-то возле меня тут стреляет. Так, вечер от меня 128 метров. А он вот сейчас здесь. Сейчас я бегу к нему. Что со мной случилось? Чё, тебя вырубило, что ли? Ну да. Мишка, наверное. А, тут обычные мишки бегают. Тебе волчонок пришел еще. Да я на крыше сидел, чё-то не понял, что было. Оп! А ты где на крыше-то? У магазина, что ли, сидел? Да где мы в самом начале стреляли? Вот на крыше, где мы были в самом начале. Ты в отключке? А, ты в отключке? Да, да. Наверное, медведь достал все-таки. Смотри сзади. Сразу прилетит. Он вынес. И еще один. Сзади. Там не какой-то серо-бурый. Которого я... Иди отсюда, не ори. Правильно, вот туда иди, там. Вот, там что-то на доме вообще их не дает. Иди отсюда, еще встал тут у меня. Он меня не видит, что ли? Да нет, они меня увидели. А, все, меня ты что, умер? Нет, я... Они у вас там спаунились. Смотри, они у нас на стене. Крючки ровотонные на крючке. А, на, еще раз по мне пробежался, козел. А че там бегает? Да Мишка тут бегает. Где у меня этот волк меня уже? Только не спускайся, зря ты это сделал. Да я внизу так-то был. Нет, я с вечером разговаривал. Вечер залази, где они там? Где они? Я не понял. Да, блин, а, это снимал. Черный мишка потом. Так, сейчас этим косолапым морду порежу. Соседний. А почему же я залез не могу? Где он лает? Один тут за забором у меня. Выше.
Конечно, еще спать захотел. Я, короче, спать лег на крыше. Еще меня не стрелять. Вова, куда-то ты пыхнулся. А кеды? А хлебушек что, вылетел? Я, ты что, вылетел, что ли? Тебя нету. Там Армагеддон? Где он орёт, а? Да. Он в доме где-то. Я нашел. Кто нашел, ведь? Я шкуры собираю и этот ищу. Я? Я. Yeah. Это я. Где-то рядом, да? Он где-то вот здесь вот, или где-то. Вернись, вот где-то этот отстреливал. Смотри, я около вышки стою, он говорит рядом где-то. Получается, не. Вот здесь. И радиус 50 метров. Вечер, идея к нам здесь где-то. Тут, блин, шкур валяется, вообще ничего не видно. Не подобрать ничего мне нельзя. Ну я тут бегаю. А нет. По там... центру. А кто по центру? Вечер-то от кого ближе, к тебе или ко мне? Я по центру. Да, получается. Вот у тебя где-то. Вот эта елочка, смотри, вот здесь вот.
дерево. Так, вот там. Все, нашел. Я нашел его. Я нашел его. Только надо дерево рубить, его так не достать. Мы сносите дерево. Так. Дерево сносите. Ты почему? Прям на нем стоишь. Я на карточ, на картах сейчас. Надо дерево сносить, оно не дает откопать. Дерево сносите. Да, оно не копается. Вот кучку видно, а даже я не вижу ее сейчас. Подожди, я сфоткаю. И потом разбирайте его. Печенек ржавый. Так, 300. Так. Пум-пу-ру-пу-пум. Че, я печенек забираю? Или кто забирает? Ну, решайте сами, можно, в принципе, печенек. Я думаю, может быть, вечеру отдадим печенек. Это без разницы. Короче, я каннабис я заберу, а печенек. Ну, я думаю, давай этот печенек дадим. Орле этот. Номад. Забирай тогда, вечер. Олег, забирай печенек. Спасибо. Так. Он нам сегодня подогнал хороший, подгон сделал. Гвоздей и так далее. Перчатки. Что кому нужны? То перчатки уволок, я их хотел за. А, не, подождите, у меня, наверное, есть же. Слушай, а кому там куртка на 300 нужна была? Нет, у меня ботинки на 300. Ботинки на 300 могу отдать. И курточка на 300 есть. Ящик заберите. Инвентарь к себе. А я пошел. Все. Теперь давай собирать шкуры собирайте. Бежит. Мне-то некуда собирать. Полная. Блин, не успел залить. Задел? Ну да, лунки. Давай, я тебя в чувство привожу. Пришел? Порезал? Угу. Сколько порезов? Один. Так, ладно, я на вертолет пошел. Ну, смотрите, если вертолет покоцали, я вас это... Печенега подстреляю, что ли, по тебе? Раз, два, три. Нифига, ну, тут медведь. Печенек это там. Что? Ну-ка. Да, вы печенек. Ты им. А, подожди, стой. На, вот тебе глушак на него. Я не слышал, что? Глушак забери, на полу валяется. Ему напяль. Ах, у меня шкур-то много, мне некуда запихивать. Да, я подожди, какой... подожди, я соберусь, мы поедем вместе все туда. Подожди. А машина-то чья? Машина? Машина его. А, я думал, ваша. Нет. Ну, смотрите. Подожди пока, суши вертолет. Сейчас нас собирать надо это все. Собирайте, давайте. А, я что делаю? Я ж сейчас это. Вечер лутайся, все, ты можешь спокойно срывать все. Я уж полный, если только мясо где-то. Сейчас у меня это. Мясо? Идем я тебе еще. Вот здесь вон волки валяются, вон здесь кухня. Сейчас соберу, мне поспать надо, а то падает. Давай. Ну давай, лети туда, на охотника. У охотника встретимся, скорее всего. Да я сейчас тут еще шкурок нашел.
Не, у меня вертолет не полный. А, кстати, этот, он нам вечер еще подгон сделал, там, если что, еще у нас дохуя вещей для стройки. Вот это печенек, он уже на мишке нормально будет? Да, да, да. Короче, кто-нибудь подойдите ко мне, у меня тут мишка где-то ковыряется. Я? О, ебать. Спасибо. Какой? А, хорошо, понял. Забирай. Я пока все разрежу тут. Ты собираешь? Вечер? Да, да. Собираю. У меня мишка в дереве запутался. Мне шкура. Шкура не лезет, я мясо собираю. Ты их поверни, шкуру. Если сейчас ты начнешь разворачивать шкуру, у тебя там еще шкур 10 поместится. Так, кстати. Сейчас я. А, опять бежит какой-то. Нормально, он мимо меня так пробежал. Да он вот за этим деревом стоял. На, вот тебе передали. Вот это твое. Я не вижу никого. Не, я Сигу. А. Да ё-моё. Ты забрал? Я в её складываю пока. Ты её в себя положи, да и складывай спокойно. Что такое? Давай, я режу, ты собирай. Кашка полный будет. Уже полный. Все? Да сейчас подожди, переверну эту шкуру. Еще поспать решил. Ну да, весело. Честно сказать, мне понравилось. Мне сейчас еще переворачивать это все. Слушай, ну у нас сейчас, знаешь, какой шанс теперь есть? Мы теперь можем ее внутри полутать. Кого? Наш. Этот. Орешка. Так, а это что валяется тут? Все, у меня опять полное все.